Школа села Ома представит Ненецкий округ в финале всероссийского конкурса «Успешная школа». В Москве в рамках очного тура определят 5 победителей конкурса. Согласно жеребьевке, команда омской школы выступит с презентацией в пятницу. В ноябре средняя школа села Ома вошла в число 20 лауреатов конкурса по итогам заочного этапа. Конкурс направлен на выявление объективных критериев успешности российских школ, формирование эффективной модели и обеспечение трансляции лучших технологий организации образовательного процесса. О том, кто будет представлять команду сельской школы, в телефонном интервью нам рассказала социальный педагог школы села Ома Светлана Михеева. Этот конкурс объявлен был учительской газетой. В конце прошлого учебного года администрация нашей школы решили принять участие. Подготовили презентацию, подготовили тексты для представления. Все было отправлено. Руководителем является директор Болтовская Людмила Владимировна, зауч Вольхин Надежда Георгиевна и организатор внеклассной работы Маркова Елена Петровна. И объявляется даже онлайн-голосование. Так что вот вы можете принять участие, призываем вас. Финал проходит на базе Московской гимназии имени Копцовых. Увидеть его можно и в прямой трансляции, организовано и онлайн-голосование. Посетители сайта «Учительской газеты» могут отдать свой голос за школу, которая, по их мнению, представит в финале наиболее убедительную презентацию успешного опыта работы в различных сферах деятельности образовательной организации. Адрес сайта www.ug.ru.